Всем привет, всем добрый день. Еду на дачу. Я уже возле озера. Осталось мне недалеко. Везу то, что мне надо для работы. Нагрузился. Так, хорошенько. Хорошенько нагрузился я. Танюша дома. Пока еще дома. С завтрашнего дня будет снова похолодание. 3-5 градусов будет днем. Так продержится дня 4 по прогнозу погоды. Ну а там будем живы, увидим. О, рыбаки уже тут. Как тут. Нормальные были. А выше? Да на дачу еду. А с этой дачи никак не выберешься на рыбалку, называется. Все время собираюсь. Ну пока я ездил на русло от Буга. Там все кричали, что там карась просто человека роста. Два раза я туда съездил, вообще ничего не берем. Мужики сидели тоже, ни у кого ничего. Ну рано еще, наверное. Ой, оно всегда так. А вот вчера мы ездили там по ведру, налупили карася такого. Приезжаем, тишина. Ну вот постояли, пообщались. Еще один мужчина приехал. Рыбацкие байки. Где клюет, где не клюет. Говорю, ни хвоста вам, ни чешуи. Она вы что не на рыбалке? Я говорю, ну вот каждый год собираюсь. И каждый год начинается с того, что едешь что-то. То доделываешь, то пропалываешь, то... Когда я работал 2 дня, 2 дома, было как-то, знаете, даже немного мне интереснее жизнь. Я отработал это время и знаю, что у меня впереди 2 выходных. Мы созванивались с друзьями, ехали на машине, сбрасывались там на бензин, брали покушать, ездили на ночь на рыбхозы. Но как-то что-то было. Общение среди мужского коллектива. Да и так ходил я часто. И с Таней очень много мы ходили на рыбалку. Все поменялось. То ли с возрастом, не знаю. Ну так, мысли вслух. Опять же, это все относительно. Вот эти рыбалки, дачи. Если человек чувствует себя более-менее нормально, есть здоровье, оно это в радость. Если уже что-то не так, что-то болит, или нога, или рука, или спина, ой, а не дай бог и то, то возникают уже такие мысли, что зачем это все надо. Ну не то, что все надо, а... Человеку уже это не в радость, и чисто физически он уже, конечно же, не в состоянии заниматься тем, чем занимался, даже той же рыбалкой. Так что все до поры до времени. Так, тут такая грязюка, как бы мне снова не влезть в нее. В прошлый раз ехал, хорошо на скорости проехал. Сейчас надо сойти лучше. Раньше, когда воду не спускали с озера, вот здесь было, оно и сейчас есть, видно даже, самое низкое место. Вот я стою на пригорке, а вот здесь вот все затапливалось, и карась выходил весной, плескался, так интересно. Так, едем домой. Фу, едем на дачу, говорю.
вот видео вышло. Мы идем с Таней по Куйбышево. Она впереди, я позади. Один комментарий пришел. А что это вы идете на расстоянии? Второй комментарий пришел. Почему с таким удивлением вы идете отдельно? А вы привыкли, что мы все вместе ходим? А что, нельзя идти на расстоянии там 10 метров друг от друга? Ну, снимаю я что-то, где-то отвлекся, отстал, отбился от стаи, и уже идет возмущение. Почему? Как это так? Находятся люди, которые уже ставят классы этому комментарию. А может, мы поругались, пока шли, и Таня ушла вперед. Может быть такое? Может, наверное. А вам все расскажи, да покажи. Ой, какие эти котики-мотики. Сейчас посмотрим. Не поленюсь, подъеду сейчас. В прошлый раз хотел наломать немножко. А надо. Пока привезу, поопадают дома. Они уже начинают цвести, наверное. Вот желтенькие становятся такие интересные. Так что они, наверное, долго не простоят, я так думаю. Были серенькие. Серенькие были. А такие котики, ну, пушистые. А стали желтенькие. Уже, наверное, пчелки летают. А нет, не буду я рвать, пусть растут. А, пишут, спрашивают еще, вопрос такой задают. Сколько у вас получается, если поменять российские рубли? Какой курс российского к белорусскому? Я отвечаю, что... Ну, отвечаю согласно тех данных, которые есть в обменниках и банках. У нас уже давно, уже дней 10, наверное, курс один и тот же. 1000 сдаешь, получаешь 20 рублей. Сдаешь вот российскую 1000, получаешь 20 рублей наших белорусских. Один курс во всех банках, во всех. А если купить российскую 1000, то надо заплатить в среднем где-то 34-32 рубля наших. Кто-то пишет курс 29, там что-то. Ну, не знаю, где вы взяли в интернете. Может, вы живете в России и берете какой-то средний курс. Я вам говорю то, что реально вот есть. А что один, предвижу уже вопросы. Почему Саша один на дачу шурует? Так получается. Мало ли что. Мы люди уже не молодые. Есть на то, значит, причины какие-то. Так, ну, надеюсь, все будет нормально. Скоро потеплеет. Будет веселее. Все, еду дальше. Пока ехал, потеплело. А то с утра как-то не очень. Солнышко появилось. Вы спрашиваете, где коты, где котята. Сейчас появятся все. Кошек у нас много. Несут в Подоле котят. Будет веселая компания тут летом. Только успевай кормить. Только успевай варить кашу. Вон спят на диване. На солнышке им хорошо. Так, кто тут приехал? Строители
строят. Строители, конечно, строят. Что-то городят. Забор. Хорошо потеплело. Ну, соседа прямо стройка века. Дороги все разбили у нас тут. Да и пес с ними, я тут не езжу. Ну, сосед уже и здесь сосед. А здесь хлопец сам старается, Саня, сам строит. Никто не помогает. Привет строителям! Вот я в новом доме у соседа. Я сам с собой разговариваю, говорю. В новом доме у соседа. Иди сюда. Кнопа пришла и ушла. Ну вот сосед мне рассказал. Рассказал. Тебя что, папка не кормит, а? Не кормит? Рассказал, где будет кухня, где будет зал. Говорит, вы уже будете ездить. Я говорю, Саша, как получится. Будет здоровье, будем ездить. Человек планирует, а там как получается.